На моем канале вы могли видеть много разных инструментов. Как так получилось? Знакомство с ними было способом изучать музыку, поскольку каждый инструмент обладает своей особой логикой и позволяет посмотреть на дело под другим углом. Раньше хваталось вообще за все подряд. Впоследствии что-то стало важнее, что-то отошло на второй план. Какие инструменты есть в моем хозяйстве, какой опыт они давали и нужно ли оно вам пробовать играть на куче музыкальных инструментов? Сегодня об этом пойдет речь. Свой первый инструмент я взяла в руки в 2010 году. Им оказалась классическая гитара Honor. Honor HC-06 – это неплохая бюджетная классика, которая держит строй и строит. В конце нулевых, начале десятых это был один из самых народных и доступных инструментов. Я думаю, что многие с ней сталкивались. 13 я горела роком. Для рока она не очень подошла. Отыграла на ней первые 2 года. Потом стала иметь дело с электрогитарами. Та, что у меня сейчас, это LTD Eclipse. Красное дерево, активные звучки и очень плотный звук. Несложно догадаться, что в 2014 году она бралась для игры металла. С металлом в чистом виде я впоследствии подзвязала. Да и электрогитарная рок-школа, если так можно выразиться, перестала мне импонировать из-за музыкального подхода. Однако электрогитара как инструмент – это просто кладезь каких-то сумасшедших тембров. И продолжая тему струнных и гитароподобных. Укулеле – это не маленькая игрушечная гитара, это полноценный музыкальный инструмент. Я познакомилась с ней в 2014 году из чистого любопытства. Она бывает разных размеров, от маленькой сопрано и до большого баритона размером с обычную гитару. Сопрано у меня была в ранних роликах, сейчас у меня концерт, немного покрупнее. Фирма Stack, красное дерево, хороший насыщенный звук. У бюджетной сопрано он был, конечно, победнее. Что свяжу с укулеле свою жизнь, но перекладывать на нее музыку – это довольно занимательно. Сегодня мой самый любимый инструмент – это калимба. У нее древние африканские корни и целая куча разновидностей. Я вам сейчас постараюсь максимально доступно объяснить, чем они все различаются. В Африке есть группа традиционных инструментов под названием биры с тысячелетними корнями. В 20 веке их исследовал Хью Трейси. Инструмент довольно интересный, но нам с вами может показаться немного грязноватым и даже расстроенным. В Африке совсем другая музыкальная система и традиция. В 50-х годах Хью Трейси создал адаптацию мбиры калимбу с более чистым звуком и настроенную по нашим нотам. И организовал ее производство под своей торговой маркой. О современном применении. На калимбах обычно либо импровизируют, либо играют какие-то знакомые мелодии. Для импровизации хорошо подойдет инструмент с меньшим количеством язычков, но каким-то особенным и ярким тембром. Все здорово, но на таком инструменте знакомых мелодий не сыграть. Грубо говоря, в музыке 7 нот, а при настройке такой калимбы некоторые ноты обычно пропускаются. Знакомые мелодии удобно подбирать на калимбе диатонической. У нее достаточное количество язычков, 15-17, и никакие ноты не пропущены. Импровизировать на таком инструменте тоже можно. Ну и совсем вундервафля – это калимба хроматическая. Спереди она как диатоническая, настроенная по 7 белым нотам, а сзади у нее есть дополнительные язычки, которые настроены по черным. Никому из начинающих я бы ее не посоветовала. Брать ее нужно уже с четким пониманием, зачем она вам. И, собственно, о моих инструментах. 2 я приобретала сама, и еще 3 мне присылали мастерские. Мой основной инструмент – это хроматическая калимба фирмы Хью Трейси. 2 стороны по 17 язычков, есть звукосниматель, умеет делать вау-вау.
Мой второй основной инструмент – это калимба Йоки, Карелия. 9 язычков, красивое дерево зебрана. Она бралась именно для импровизации. В отличие от предыдущей калимбы, у нее цельный корпус, из-за чего она более звенящая. Также с ней в комплекте идет цепочка, которая крепится на магнитике. Мастерской Йоки очень понравились ролики с участием их калимбы. И мастер недавно подарил мне второй их инструмент на 11 язычков и из термоясеня. Калимба из китайской мастерской Мирон. У нее настолько веселый звук, что я все еще в раздумьях, как ее применить на своем минорном канале. Но я обязательно что-нибудь придумаю. Последняя на сегодня калимба от московского мастера Михаила Колокольникова. Он прислал мне ее, чтобы я пробовала на ней музицировать и давала мастеру обратную связь. В общем, большой корпус, 17 язычков с воронением. Мастер сконструировал калимбу так, чтобы ее держать между коленей и играть вот этими пальцами. Я же пробовала играть по-разному. На мой взгляд, инструмент очень брутальный, с очень низким строем и очень суровым тембром. В нем есть даже что-то африканское. Но тут есть маленький минус. Такой инструмент посадишь не в каждый микс и не в каждой аранжировке он будет хорошо работать. Это вот для меня такая небольшая важная деталь. Для импровизации наедине с самим собой это решающей роли не сыграет. Я использовала этот инструмент в качестве баса в ролике Sound of Silence. Теперь об инструменте, на котором в кадре играю не так часто, но с его помощью создается почти каждая аранжировка. Эдакий пятый элемент – кольцо всевластия. Клавиши для меня – это важная штука, но не потому, что я хороший клавишник, а потому, что они помогают решать задачи и думать. К необходимости иметь их я пришла в 2016 году. Я тогда уже перекладывала музыку для гитары, баяна, укулеле и флейты. И в какой-то момент я почувствовала, что все их музыкальные системы перемешались в одну кучу. Собственно, я тогда взяла дешевый, но рабочий БУ-синтезатор, и он просто собрал все мои знания в одно целое. Клавиши очень наглядны, на них удобно изучать матчасти и раскладывать аранжировку. Также с их помощью можно прописывать виртуальные инструменты. Я так создаю басы и перкуссию, которых у меня нет. И иногда прописываю какой-нибудь клавишный аккомпанемент. Клавиш у меня двое. Бюджетный синтезатор Casio. Для начала и в прикладных целях его вот вообще за глаза. И год назад я стала использовать казьевское же цифровое пианино. Захотелось 88 клавиш и молоточковой механики. Короче, общее фано недаром обязательный предмет во всех музыкалках. И знакомство с клавишами я порекомендую всем музыкантам. А вот хроматическую калимбу не всем. Калимбы, гитары и клавиши – это самые важные инструменты для меня сейчас. Далее расскажу об инструментах, которые отошли на второй план. Баян был в ранних роликах. Он попал ко мне волей случая в 2014 году. Один мой знакомый захотел одолжить у меня мою первую гитару-классику. Мне это все показалось как-то не очень надежным, и я попросила оставить баян в качестве залога. Свою первую гитару я больше никогда не видела. Honor, который в кадре, был куплен буквально в конце 2018 года, такой же модели. Кнопки баяна внушают ужас, но на деле оказалось все не так сложно. Обычно музыка состоит из мелодии и аккомпанемента. На баяне мелодию играют на правой клавиатуре. Каждая кнопка – это отдельная нота. Аккомпанемент играют на левой клавиатуре. Здесь каждая кнопка – это целый готовый аккорд. Мажоры, миноры, септы, басы. Верхняя кнопка спускает воздух из мехов. Я играла на баяне в первые два курса студенчества. После «Мать России» и коллабов с клюквой я поняла, что сделала с баяном все, что хотела, и стала заниматься другими делами. Собственно, я владею одной мандолиной, советской. Она попала ко мне случайно в 2016 году. В моем вузе, который я уже закончила, есть кладовка со всяким хламом для натюрмортов, так называемый предметный фонд. Там хранятся гипсовые головы, бутылки, вазы, и туда иногда приносят совсем раздолбанные инструменты. И вот однажды я там обнаружила эту живую мандолину, и недолго думая забрала ее с собой.
У нее были проблемы с ладами, и я таки додумалась ее отнести к мастеру, и неожиданно для меня получился классный, жирный, звонкий инструмент. Мандолина, производство 70-х годов, фабрики имени Луначарского. Правда, куда ее применить, я так и не придумала. Возможно, ее продам через какое-то время. Вторая мандолина, которую вы могли видеть, это китаянка. Но она не моя, она в собственности моего друга. Это я уже все рассказывала в прошлом разговорном. Мандолин очень классный тембр. Ну, дружба у меня как-то с ними тоже не пошла. Когда я готовила «О мио бабина кара», я много играла на мандолине. И особенно много я играла тремоло. И она мне казалась такой громкой во время игры тремоло. Записать я ее записала, но сделала вывод, что, наверное, я лучше буду играть на калимбах. И еще небольшие штуки. Две дешевые пластмассовые флейты, сопрано и альт. Первая звучит, ну, совсем резко. Ну, она стоила мне 300 докризисных рублей. Вторая звучит поприятней. Обе флейты я покупала давно и быстро поняла, что я не духовик. Два шейкера. Сонаровский использую. А яичко что-то в миксы не садится. Варган алтайский Поткина. Однажды я писала музыку на заказ для одного проекта. И туда хорошо должен был сесть варган. Но, к сожалению, проект был заморожен, и музыку я не дописала. Храню теперь варган в валенке, и пока никакого нового применения ему не находила. И последний из инструментов вообще внезапное. Опачо, у меня есть два глюкофона. Совершенно новая для меня группа инструментов. Вы на канале их еще не видели, но уже слышали в моей композе «Инсомния сюрреализм». У меня их два. Большой двухсторонний Cosmos Sky на 35 сантиметров и средний из мастерской «Музыка изнутри» на 30 сантиметров. Его мне прислал мастер Константин из Волгограда. Инструменты с очень интересным звуком. На космоскае мне больше нравится играть палочками. А музыка изнутри просто волшебно отзывается на руки. Обычно глюкофоны делаются из частей газовых баллонов. Но мастер Константин мне рассказал, что они осваивают прессовку металлических листов. В общем, инструмент мне очень понравился, и я готовлюсь куда-нибудь применить его. Совсем коротко про став. Знаю, что будут вопросы. Звуковуха и микрофон, давно подогнанные магазином Pop Music. Наушники АКГ. Две гитарные педали, громкость и квак. Все работает, всем довольна. Все показала. Ну и небольшое послесловие. Исследовать музыку игрой на всем подряд, ну, я бы это посоветовала не каждому. Научилась ли я виртуозно играть на всех инструментах? Конечно, нет. По моим ощущениям, я сейчас не владею серьезно вообще ни одним инструментом. С другой стороны, вместо виртуозности я извлекла для себя какую-то гибкость мышления и больше выбора, каким путем мне идти дальше. И пока это оказалось для меня важнее виртуозности. Нужны ли мне еще какие-то новые инструменты? Ну, пожалуй, в том объеме, в котором раньше уже и нет. Я бы не отказалась от еще нескольких калимб и баса, потому что мне уже надоело прописывать этот мертвый миди-бас. Как я осваивала новые инструменты? Ну, осваивала, конечно, громко сказано, скорее знакомилась. Я смотрела, первое, постановку рук и звукоизвлечение. Второе, смотрела, как расположены ноты на этом инструменте. Третье, смотрела ролики, как вообще люди играют на этом инструменте. Могла что-нибудь поснимать на слух, либо посмотреть по нотам, чтобы вообще понять, как строятся партии для этого инструмента. И четвертое, уже перекладывала что-нибудь свое на нужды роликов. О сложности инструментов я отвечу по-философски. При глубоком изучении все они одинаково сложны. Однако, легче изучается то, к чему у тебя есть интерес и предрасположенность. Я вот в себе таковых не нашла к духовым, барабанам, ни вокалу, и обучение как-то вообще не шло. Вот, кстати, к вопросу о вокале. В заключение хочу поблагодарить мастерскую Йоки, музыку изнутри, Мирон, и мастера Михаила Колокольникова за очень самобытные инструменты.
и магазин Pop Music за железо, с которым я уже третий год не знаю бед. А также всех, кто поддержит меня на Патреоне, донатит мне и просто морально меня поддерживает. Этот канал жив благодаря вам. Если у вас остались какие-то вопросы по теме, то вы можете написать их в комментарии, я постараюсь вам ответить. Надеюсь, что мой опыт был вам интересен. Слушайте разную музыку.